Картошку фри. В аэрогриле. Привет, друзья. Итак, картошку нарезаем брусочками, замачиваем в воде. У меня на часа два, наверное, пролежала. Берем полотенчика. Картошечку на полотенчике обсушиваем, чтобы она... после того, как полежала она у вас в воде, еще под краном в душлаке ее промыть, чтобы на ней не осталось крахмала. В этом суть. Вот, обсушиваем ее по возможности. У меня никогда не получалось ее полностью обсушивать. Ничего страшного. Желательно, конечно, брусочки делать одинаковые. У меня, конечно, не одинаковые. Но на скорую руку какие есть. Времени у меня не было много. Дальше берем кастрюльку, наливаем маслице сюда растительное. Сыпем специи по вкусу. У меня паприка, потом какая-то смешанная специя. Чуть-чуть черненького перчика. И картошку, которая у нас более-менее обсушилась, начинаем кидать в эту кастрюлечку. Картошки, конечно, лучше чуть поменьше, в зависимости от вашей чаши аэрогриля, чтобы она, ну, хотя бы так, слоя в два. У меня, конечно, в два не получится. Вот, у голода глаза велики. У меня будет больше явно слоев. Вот, значит, пересыпаем кастрюльку. Можно еще так вот дополнительно маслицем растительным прибрызнуть. Можно вообще, в принципе, в кастрюльке не валять, если вам охота из брызгалки долго тыркаться. Можно прям попрыскать так. Аэрогриль, конечно, надо сначала разогреть. Значит, вставляю чашу в аэрогриль и включаю его на разогрев. Слышите, зашумел? У меня крышка такая модная, муж насверлил, это удобно сливать макароны там, бульон такое всякое. Так, похоже, у меня уже сейчас будут проблемы. Ну и короче, начинаем это делать. Плести. Можно еще взять ложкой это дело помешать, короче, чтобы картошечка смазалась маслицем. Специями, вот как-то так. Так, сейчас остальную закину. Вот, в общем, картошечка в идеале у нас должна чуть-чуть быть маслом покрыта. Это совсем не то же самое, что делать во фритюре, когда масла много нужно. Оно еще там его фильтровать, все такое прочее. Я вообще, честно говоря, боюсь горячего масла. Мне в этом плане аэрогриль гораздо больше подходит. Я там ни с чем горячим дела не имею. Ну вот, картошка готова. Ждем, когда аэрогриль нагреется. И сейчас ее туда будем отправлять. Так, аэрогриль уже прокричал. Давно не делала, подзабыла. Так. Туда присолим. Уже гриль разогрелся. Самое смешное, я даже не помню, какую кнопку нажимать. Сейчас по ходу будем вспоминать. Так.
Берем чашу аэрогриля, решеточку сбрызгиваем маслицем и выкладываем сюда нашу картошку. Блин, явно у меня ее слишком много. Так, и масло сюда не выливаем. А то дольше мыть будет. Так. Стоять, Зорька. Вот, засовываю в аэрогриль. Блин, вот это что ли картошка фри? Нет, это не картошка фри. И это не картошка фри. Ну вот где картошка? Вот картошка фри. Все. Значит, 25 минут мне будет явно мало. Ставлю 30 минут. Что, у меня много? Ну все, поехали. Потом, когда надо перевернуть, она мне просигналит. Ну что, посмотрим, что получится. Давно не делала картошку фри, признаюсь. Вот что бы захотелось. Так, загорелась шейк. О, тут уже на что-то похоже. Так, а мне нужна лопатка. Потому как трясти это совершенно неудобно, такое количество. Неудобно снимать одной рукой, а другой переворачивать. Извините, пожалуйста, у меня тут к аэрогрилю я специально камеру не приспосабливала. Вообще, честно говоря, не собиралась снимать. В последний момент думаю, а что это я вам картошку фри-то не сниму? Как раз недавно кто-то про аэрогриль мне писал про мой, что ой, такая вещь тоже, типа, купили, класс вообще. Не нарадуемся, все в нем готовим. Вот и я. Все, еще видите, 15 минут, то есть он время разделил напополам, покричал, что иди переверни, и пошел дальше. Ждем 15 минут. Ах, а вот и наша картошечка. Ах, какая красота. И еще котлетку. Такой простой способ приготовления картошки фри. Нежирная, без фритюра, с минимумом масла. Кушайте на здоровье. А я с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. До новых встреч.